і вшанування Тараса Шевченка з нами на волі Михаїл Ходорковський. Слава народу новой демократической Украины! Дорогие друзья! Россия, вставай! 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 Я вчера со своими украинскими друзьями был ночью на Майдане. Мы много здесь разговаривали с людьми. Российская пропаганда, как всегда, врет. Здесь нет фашистов и нацистов. Точнее, их не больше, чем на улицах Москвы или Питера. Здесь нормальные ребята. Русские, украинцы, крымские татары. Мои ровесники, воины-афганцы, это прекрасные люди, которые отстояли свою свободу. Я всем им желаю удачи и всего самого лучшего. Мне рассказали и показали, что здесь сделала власть. Она это делала с согласия российской власти. Больше сотни убитых. Больше 3000 или 5000 раненых. Я видел те фанерные щиты, с которыми здесь стояли против автоматных пуль. Плакать хотелось. Это страшно. Это не моя власть. Я хочу, чтобы вы знали, есть совсем иная Россия. Есть люди, которые, несмотря на аресты, несмотря на долгие годы, которые им придется провести в тюрьме, выходили в эти дни на антивоенные митинги в Москве. Есть люди, для которых дружба между украинским и российским народом важнее их собственной свободы. Я верю. Я верю, что у России и у Украины единый, общий, европейский путь развития. И я желаю вам удачи. Боритеся, поборете, вам Бог помогает. Спасибо. Дякуємо. Схаменіться. Будьте люди. Ми зараз спробуємо ще раз продемонструвати